А вот иногда бывает, что после спектакля себя корите, надо было сделать по-другому. Да, да, да. Нет, вообще. Это часто? Ну, довольно часто я бываю недоволен тем, собой как или я... коллективом. И собой, и коллективом. Это бывает очень взаимосвязано, потому что, это довольно редко бывает, что вот я играл молодец хорошо, а другие играли плохо. Но это, если так происходит, это что-то тут не так. Угу. Обычно это бывает очень взаимосвязано. Обычно мы все бываем не хороши или хороши тоже все вместе. Понимаете?